Йоу, мой дорогой друг, с тобой я, Рамзес, и сегодня мы с тобой играем в игру под названием Payday 2. Со мной сегодня играет Витя Парадокс, ссылочка на его канал в описании. Скоро видос первый будет. Вот скоро будет первый видос, он вам обещал мне на записи. Значит, смотри, нас ждет с тобой Найт-клуб. Был такой страшный стрим, который был 7 числа, но он в закрытом доступе. Не все на нем были, но мы там прошли ее стелсом, с Арзанистом. Сейчас мы будем ее проходить с Парадоксом. Его тоже зовут Витя. Вить, ты готов? Погнали. В общем, миссия не сложная, совершенно вообще. Просто это изи из всего изи просто. Ну, проще 4 магазина еще может. Shadow Raid. Не, Shadow Raid по сравнению с этим намного сложнее. Здесь ты можешь, знаешь, типа на любом уровне с глушителем завалиться, все остальное вряд ли у тебя это получится. Так, все, у меня девушка спит. Мы, кстати, записываем 2 серии подряд. А может даже 3. Посмотрим, как у нас разговор с Парадоксом сложится. Вот, записываем для того, чтобы они выходили почаще хоть как-то. Ты заебал, блядь. Запускаемся. Сложность, смертный приговор, one down, одно падение. Я бы зашел бы на самом деле через окно. Через окно забрал бы там товарищей, которые нихуя не делают. Блять, а. Пока нащупаешь. О, сейчас справа как раз зашла женщина, надо бы ее Блять, окно. Блять, что ж ты, не попадаю по тебе, родной мой. Я пошел на второй этаж, ты смотришь первый. Я на втором этаже заберу сейчас бар. Надо бы, что в баре мало всех. В баре очень мало. Вообще миссия не окупается стелсом, если проходить ее. Ебать, повезло. Че, давай залетаем тогда. Лоудим. Че, кого у нас еще гражданские, что ли? Они все гражданские, большинство, по крайней мере. Тут есть один вот, который может еще позволить себе стрелять. Я вот свяжу их тут. Пока нас еще до конца не спалили. Карточка. Подожди, тихо. Урод, блядь, сука. Давай, блядь, в школе расскажешь. Играли они тут в покер, нахуй. Ай, больно, блядь. Хорош. Ты сверху забрал всех? А сверху кто-то был? Ты был. Нет, там, в смысле, вон там. Патронов вообще мало, надо перезарядиться бы. Подожди, куда вставить карточку-то лучше? Ставь дрели. Они же у тебя по-любому улучшены. Я вниз воткну, наверное. А, так у нас же еще генератор помех есть. Че я туплю? А серия-то быстрая получается. Подожди, очень быстрая серия получается, по идее. Можем тогда 2 подряд записать. Да, я тоже так думаю. Следующая будет прекрасная миссия под названием 4 магазина. Вот, сюда нужен этот. А генератор помех туда поставь. Действительно. Я нашел 2 сейфа, там, скорее всего, пусто. Нам остается просверлить сейфы. Сейфы. Во. 3.40. Ты вот, блядь, и еще 6 минут подождать буквально, и мы сделали миссию. Вырезать не буду, как мы пилили сети сервера, я хотел сказать. Как мы пилили сервера. Как мы пилили сейвы. Сейфы. Сей... Бля, похуй вообще. Сейфы. Как мы бронированные пилили. Ящики с дерьмом. Safe open. Как мы, короче, их пилили, я вырезать не буду. И как я сейчас несу хуйню тоже, потому что... Ну, потому что так устроено. Вот тут еще может быть за картиной ящик. Но картина висит, значит, ящика нет. Не-не-не, не работает так. Деньги, что, тут всякое. Сожжем? Кого? Ну, давай, вообще без проблем. Неси канистры. Ой, ты сука, блядь, не со мной же вместе.
Урод, блядь. Че, говорит, может, сожжем? Ты стой тут, короче, я подожгу, да? Ой, ну ничего, бывает. Бывает, Витя, подтупливает, бывает. Я могу эту дрель улучшить. Ой, ебать, дядя какой-то проснулся. В непонятках, прикинь. А кто я? А где? Он зашел и сгорел. Это впервые у меня на практике, чтоб чел, блядь, зашел и сгорел нахуй. Вот это я понимаю, сгорел на работе. Ну так. Там еще, кстати, может быть, на. Вот тут забыв. Смотри, я отметил чувака, он уверен, что он охраняет ночной клуб. Он уверенно стоит и думает, что в ночном клубе все заебись. Так пусть думает. Жалко, нет копья. Надо же это на руку. Конечно, это так забавно будет. Прикинь, блядь, он такой, типа, стоял, такой. Надо в туалет сходить, заходит, а тут уже все. Блядь, да, он нахуй. А тут трэш, угар и садомия. Да, жесткий секс. Прям, знаешь, такой без смазки. Ну, возможно. Ёбаная дрель. Ты их улучшить не можешь? Могу, мне только найти к ним путь, потому что я немножко дебил. Ты чё, блядь? Ой, рука зажала сильно. Ой. Улучшай. И тут на второй этаж поднимешься, там же развернешься. О, блядь, охранник, походу, пришел. Да, в натуре. А, нет, это другой охранник. Откуда он взялся? Там стекла не добил. Бля, ебать, в клубе жарко, походу. Что ты там стучишь, блядь, нахуй? Стукач. Стукарь. И... Ты их просто тихими сделал? Хотя они быстрее, по-моему, стали. Нет, еще таймер уменьшил. Сколько? В два раза. Нихуя, ты жесткий. Опа. Сбегаем, тут, может, наличка есть. Блять, фонарики меня байтят на то, что как будто предмет важный подсвечивается. Это чё? О, есть что? У нас тут сколько? 1300, нормально пойдет. Подчистую чистим. Хочу еще третью серию чего-нибудь записать, я пока не решил чего, правда. К чему я готов? Может быть, просто эту серию сделаем совмещенную, чтобы этот... Так да, нет, мы совместим и еще одну серию запишем. Нет, это я совмещу. Мы следующую миссию идем 4 магазина, еще будет одна серия. Просто я не буду говорить, какая, потому что в хронологии событий мы, скорее всего, их выкладываем в разное время. Хотя, как у меня на практике получается, выкладываю все так, как записывается, так оно выходит как бы по дням. Удобнее так, мне кажется. Но их нужно завтра подготовить, эти серии уже. Магазин горит, да. Это ночной клуб. Да мне насрать. Тут же женщин покупают все. Магазин, значит. Ну, в ночном клубе вряд ли женщины покупают. Магазин-то где в открытую покупают? Подписку женщины? На них оформляют. Подписку оформляют на женщин? Ты где такой ночной клуб видел? То есть, если вдруг произойдет такое, что подписка кончится, что будет? Ну, тебя либо тебя самого, извините, трахнут прямо по самой гланды, либо скажут, ну, плати. Третьего не дано. Да дано, пиздёж. Вообще, на самом деле, я верю в настоящую любовь. Пока что еще. Песни там пишу прекрасные. Кстати, песню кто не оценил, блядь, ну я не знаю, ну надо послушать. Вот, блядь, идет. Споткнулся, блядь. Ведь ты слышал мою песню, заебал? Думал сегодня послушать, что? Ну вот и послушаешь, расскажешь потом. Реакцию снимешь к себе на канал, заебал. Нам наличка нужна, на самом деле, а не кокс. Как мы на стриме угорали, стирали не прошел. А помнишь этого челька из КС? Парадокс. Что? Ну помнишь этого челька из КС, который парадокс у тебя уже? А, да. Вообще это не кокс, это миф, стиральный порошок. Сейчас подъедет тачка, короче, фургон. Ван, это фургон, если что. Ты туда закинешь все, что есть. Вэн, да. Надо скинуть туда, короче, кэш. То есть деньги. Бля, Вить, ты заебал. Ты учишь карту или что? Наивно. Куда ты пошел, блядь? В окно их надо выкидывать.
Мы на стриме тоже туда бегали. Извините, я за закладкой. А, ну тогда аккуратней. Мы-то на стриме выбежали на улицу почему-то. Мы были уверены, что мы что-то делаем, ну, правильно. Хотя бы половину. Поднимаешь такой в окно, хуяк. Потом докидываешь, короче, все. Блядь, заебали вы. Нет, ну есть же шанс, что я попаду, по идее. Ай, ладно, пусть там сидит испуганный, нахуй. Я иду за тобой, мальчик мой. Иди ко мне, блядь. Умер, нахуй. Этот до сих пор стоит, понятно. Я хуею с него, блядь. Рома страшный маньяк, пизда. Нахуй. Кого нахуй? Я маньяк-убийца. И пидор. Прыгай. Педант. Он, блядь, как лампу нахуй переему. Короче, жди, Вен. Он либо приедет вперед, либо назад. Практика показывает, что чем дальше ты отходишь туда от точки спавна фургона, тем туда он как бы и приедет. Поэтому иди ко мне сюда. Мы будем ждать его как будто бы спереди, а он заспавнится, скорее всего, сзади. Не могу утвердить эту гипотезу, потому что чего-то типа не было опытов. Сколько он сказал минут? Три минуты. Все, еще 3 минуты, и получается серия записана. И нам надо еще, короче, эту серию четырех магазинов. Хотя, на самом деле, лучше разделить, потому что люди обычно смотрят по-разному. Как пройти ту или иную миссию. Ну, зачастую. Но... Самый короткий ролик надо, слушай, короче, четыре магазина. Кого? Охранник? Не, пусть стоит. Мне это забавно, это, ну, нравится, что ли. Еще можно, короче... Зашел в клуб. Кто? Чел? Да. Эх! Упал. Мышка что-то сегодня себя ведет как ненормально. Нет, ничего, мышка. Мышки можно. Еще алкоголь побьем, чтобы, ну, ночной клуб максимальные потери понес. Вот уроды, блядь. Две минуты. Да, я слышал. Блять, я не могу так. Подожди, у меня есть более решаемо все. Пошли заебем его нахуй. Я еще, знаешь, как сделаю это? Surprise, мадаф. Хуёвые у нас сюрпризы. Я бы на крушитель еще бы сходил на самом деле. Ну, крушитель мне тогда придется, наверное, брать все-таки билд. А, не знаю, какой взять. Не знаю, может быть, билд на УКТЖ, который у меня все-таки с Таната сам, либо взять мой мейнлоуд. Я начал зевать, когда ты начал говорить, забавно, да? Да, круто. Пошли наперед, наоборот, чтобы он тут заспавнился, ебаный фургон. Ну, сюда куда-нибудь. Одна минута. Минута. One minute. Давай еще машины побьем, хули они тут встали, блядь. В переулке. Но в переулке, скорее всего, в одном из двух. О, еще закладочка. Желтый бык. Классно став. Да жопу себе подорви. Тебе повезло, что у меня не разрывной дробовик. Ну-ну-ну. В школе расскажешь. Угу, в стену, блядь, врезался. Придурок. Блядь, когда он приедет? Минута прошла уже. Все, я верю, что прошла минута. Не прошла еще. Ты засек? Ну, я считаю. Блядь, вот он приехал туда. Ну, похуй, пошли. Куда приехали, оттуда и уезжаем, как бы. Ну, проблем. Изи катка. Ты фургон подорвал, идиот. Это для проветривания. А, меня тоже проветрить хочешь? Да, чтоб у тебя дыры были. Блять, прикинь, мы пол района поставили на уши, походу, нахуй. Иди сюда, у меня закончились кишки, стрелы. Кишки говно распидорасило. Это слово мы нужно запикать. Мы все умрем. Короче, все, я думаю, эту серию надо заканчивать. Будет 4 серии сегодня записано. Вместе с 4 магазинами.
В следующей серии будет 4 магазина. Короче, всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, если вы это уже сделали. Огромное спасибо. По ссылке в описании группы ВК, телеграм-канал. Плоть! Дискорд-сервер. Вот меня молоть. Канал Парадокса по ссылке в описании. И всем пока. Пока.